Всем привет! Наконец-то выбрался покататься на квадроцикле на своем электрическом. Конец февраля, скоро март, весна. Ой, извините, камера покачивается, штатив тоненький, поэтому горизонт плавает. Это не я качаюсь. Ну, так, что я остановился-то? Скоро март, весна, как говорится. Видимо, в этом году весна будет ранняя, потому что буквально 3 дня назад шел утром на работу и слышал галдеж гусей. Смотрю, один гусь летит и орет. Видимо, заблудился и отбился от стаи. Весна, видимо, будет все-таки ранее. Ну так вот, сегодня хочу покататься немножко на квадроцикле, проехаться по лесной дорожке, съездить на новый карьер, который там копают у нас недалеко от поселка. Летом, может быть, даже и купаться можно будет там. Ну, посмотрим. Буду снимать это дело все на GoPro, на 12-ю модель. Снимаю на нее в первый раз, поэтому не обессудьте, какие кадры получатся. Сейчас съемка ведется на полупрофессиональную сонерскую камеру. Ну а в процессе движухи будет на GoPro. Сейчас покажу. Итак, вот такой квадроцикл фирмы H, чешского производства, 2,2 киловатта. Обзор уже был на моем канале. Ссылочку сейчас вы можете видеть в правом верхнем углу. Если нажмете, то попадете на это видео и посмотрите подробнее. Он еще, в принципе, в пленке, почти новый, ничего не обдирал. Ну, пытаюсь немножко его протюнинговать. Вот, кстати, крылья поставил, расширил арки. Видео также есть на моем канале. Кому интересно, ссылка будет в описании под видео. Снимать, вот, как я уже сказал, буду на 12-ю камеру GoPro. Камера установлена на шлеме. Вот на такое крепление. Обзора пока крепления нету, но будет. 100% обещаю. Вот в таком шлеме я поеду. Забрало будет открыто, ну, в смысле, козырек прозрачный. И попробую в процессе движения что-нибудь наговорить на камеру. Посмотрим, как это будет. Возможно, звук будет так себе, потому что, ну, все-таки движение, ветер, хоть и включено будет шумоподавитель от ветра. Если уж совсем будет звук хреновенький, как говорится, потом я уже услышу на постобработке. Тогда уже на видео просто надиктую, что я хотел сказать. И в следующий раз попробую поставить петличку в шлем. Не знаю, как у меня получится там закрепить ее. Но делать надо, потому что звук — это, как говорится, 90% успеха видео. Кому интересно смотреть немое кино. Правда, немое кино в свое время, в советское время, пользовалось успехом. Если молодое поколение вообще об этом не знает, то ради интереса забейте в поиск немое кино с Чарли Чаплином. Порадуйте себя и близких, ну и свою семью. Посмеетесь над ним, на Чарли Чаплином. И все, поехали тогда. Ну что, поехали.
немножко подзастрял. Лед все-таки еще стоит. Колеса скользят. Да, тяжело ему. Привод только один, задний. Уходим. По этой лужи не поедем. Не хочу. Ох, какие колдомины-то, ё-моё. Надо выбрать что-то получше. Пойдем по полю. Хорошо, что подкрыльники поставил, расширил арки, иначе сейчас бы был весь в грязи. Поле тоже такое, ё-моё, все в колдобинах. Только на больших квадриках ездить, а не на этом, на среднем. Колеса 10 дюймов только, ну диски в смысле. Само-то колесо 53, или что-то там, ну в общем 55 сантиметров в диаметре. Тоже у нас лужа. Пойдем здесь через заросли. Опа-на, опять лужа. Что ж такое-то? Ну, здесь мы пройдем. Ветер дует. Не знаю, как там звук будет на камере. Сам-то квадрик бесшумный. Электрический все-таки электричка. Наверное, многие скажут, медленно еду. Но квадрик жесткий. Подвеска очень жесткая. Не хочу позвоночник растрясти. Забираемся на асфальт. Thank you.
пойдем направо. Большие поступивания сзади, в кофере положил вещи, надо было обложить их чем-нибудь помягче и прикрепить. Ну, все бывает первый раз. На ошибках надо учиться, потом применю это все дело. Ух ты, тут перекопали-то все. Даже брусчатку положили, никто еще не украл. Что тут будет, непонятно. Что у нас тут есть из живности-то? На охоту пора или нет? Пока еще нет. Уток нету. А тут? Тут тоже ничего. Ну что ж. Поехали дальше. Ой, ёкарный бабай. Скоро тут не проехать будет. И, по-моему, уже не проедешь. Вот тут дорога шла. Раньше можно было проехать в лес, или я же забыл совсем, давно здесь не был. Может, у кота спросить, все убежал, не спрошу. Ладно. О, потут чей-то новенький. Теперь попробуем объезд. По-моему, я выехал на правильную дорогу. Когда дорога меняется, забываешь, блин, где ты вообще был раньше. Так, главное, на бок не свалиться. В лужу я как-то не хочу. Помню, как поехал с грибами тоже. Езжу в одно место. Примерно в 40 километрах от моего дома. Каждый год туда езжу. Ну и государство решило там лес попилить. Выпиливает всю страну, короче. Отправляет за границу лес. Ну, в общем, после зимы, весны, естественно, летом приезжают туда за грибами. И не узнаю лес. Не знаю, куда свернуть, где мои места. Потому что все лысое.
Вот так и здесь. Сейчас все перекопали, и я не узнаю место, куда я раньше ходил с собакой. Вот там тоже брусчатка лежит. Никто еще не приделал им ножки. Вот, выбрались небольшую на дорожку. Что это у нас тут такое валяется? Кто-то что-то выкинул. Возможно, нужная вещь. Так. Я чуть-чуть остановлюсь. Пойдемте посмотрим на воду. Может быть, водоплавающее все-таки что-то плавает. Тогда можно взять ружьишко и с собакой прийти, пострелять и повытаскивать дичь. Я имею в виду уток. Ничего не видно. А нет, вот плавает селезень. Не знаю, на GoPro видно или нет. Вот и селезень, и самочка поплыла серая. Вот буквально тут 50 метров, 55 метров на глаз. Отлично, утки есть. Можно будет потихонечку приходить уже. Не спеша пострелять. Ну, скоро весна, как говорится, я не браконьер, не урод какой-нибудь, по самочкам стрелять не буду, только по селезням. Селезней можно круглый год добывать. Ну что, поехали дальше. Квадроцикл всегда голосом говорит по-английски. Спасибо за использование, когда выключает зажигание. Thank you for use it. Как он там, блин, уже не помню. Ну и также приветствие говорит, когда включаешь зажигание. В принципе, хотел отключить это дело, но с другой стороны, вещь как бы нужная. И бывает, ну, приехал куда-то там в магазин или еще куда, уходишь, и непонятно, ты поставил его на охрану или не поставил. У него еще охрана есть, сигнализация. А так, по крайней мере, он будет говорить, что ты его поставил на охрану. Ну, разве что громкость можно поменьше сделать, но это нерегулированная. Ну, разве что обмотать чем-нибудь. Ну, тогда и сигнализация тоже, наверное, будет потише орать, когда его стронут с места. У него есть датчик движения. Вот здесь поле. Здесь бывает косульки ходят. Тоже как-то год назад добыл двух. Пошел тоже за утками на карьер. Взял собаку. Ну и проходили, ну, на том конце поля. Смотрю, косули. Ну, довольно близко причем. Ну и как-то не думаю, быстро, короче, чехлил ружье, выстрелил, есть, готово. Ну что, принес домой, разделал все в морозилку. На следующий день думаю, ну пойдем на уток опять, выходной все-таки. Что там бегает, или там просто кучка какая. Ну, в общем, думаю, пойдем на уток. И смотрим, опять косули. И главное, ветер на меня. То есть косули ничего не слышат, а слух у них идеальный. Но близко не подпустили, заметили. Ну и стрелять пришлось практически со 100 метров. Ну и, в общем, то же самое попал. Самое. Принес домой, раздел. Ну и все, полная морозилка. За утками уже не пошли, конечно. Ну куда их складывать? Ну разве что там, может быть, двух добить. И можно, ну, напокушать. А на впрок, как говорится, уже никак. Да я впрок много не набиваю, как там многие, там 15-20 штук добывают уток. Ну, я, если там на компашку, там, скажем, на выходные собираемся с друзьями, ну, 4-5 могу добыть, больше не надо. А напокушать себе 1-2.
Да, там просто кочка. Я думал, косули нет. Обычно вот там тоже они бродят около лесополосы. Так. Дорога тут, конечно, не для моего квадроцикла. Подвеска жесткая. И, блин, чувствуешь каждую кочку. Надо будет что-то делать с подвеской. Ну, плюс хочу колеса поменять на более большие. Тогда тоже кочки будет меньше чувствоваться. О, грязь летит из-под колес. Хорошо, что арки расширил. А так бы все на себя. Я не любитель грязевых ванн, как многие там покатушки устраивают специально. Едут куда-то, выискивают на картах там заболотистые места. По пояс в грязи, в вейдерсах, рыболонах. Таскает там друг друга лебедками туда-сюда, убивая квадрики свои. Ну, на вкус и цвет, как говорится. Флаг им в руки. Я не любитель этого дела. Так, что у нас там? Там у нас, в принципе, тупичок. Поедем дальше, попробуем доехать до карьера. Тут тоже иногда бывают утки. Хоть канава и маленькая, летом бываешь, идешь с собакой, хоп, выпорхнула. Вот кто-то на машине ехал тут. Чего здесь делать? Обычно уроды сюда приезжают, мусор высыпают. Что за люди, блин? Неужели тяжело в мусорник свой выкинуть? Ну, если твой полный, блин, ну, поедь куда-нибудь, найди мусорник свободный и выкинь туда. Нахрена, блин, на природе выкидывать все? А потом еще пидорасы приезжают, ну, около речки обычно бывает, там приезжают шашлыки пожарить, везде раскидают свои гребаные пакеты, целлофановые бутылки, самое, костер зажгут там, консервные банки оставляют, выкинут. А потом приезжают там через тоже какое-то время, там через неделю, может, через месяц, и удивляются, и ругаются, блядь, как все засрано, весь берег. А сами же засрали. Сами. Сами застираете все. Лес уже практически отошел от снега. Здесь только лежит, здесь обычно тень, он на том краю канавы. И поэтому он не растаял. Погода, в принципе, уже теплая. Ну, ночью там бывает 0-1, максимум -2. А днем уже +2, +3. И все немножко подтаивает. Thank you.
Ну вот он, свежевырытый карьер. Тут ген снаряд плавал, а еще плавает. Так, что у нас тут по водоплавающим? Насколько я вижу, даже есть кормушка для них. Ну и вышка, соответственно, стоит рядом. На поле тоже стоят вышки, ну, видимо, для косуль там, ну, для кабанов. Но они уже такие полуразрушенные, и охотники на них уже не сидят. Солома в тюках скрученная, лежит годами, уже обросла травой. Что, подъедем поближе, посмотрим, что там накопали. Ну вот, как я говорил, тут уже много лет лежат тюки с соломой, все уже заросли травой, мхом, сгнили. Но один хрен тут, видишь, разбираюсь понемножку. Ну, может быть, близлежащие хутора себе там для кроликов или еще чего на подстилку там собаки берут потихонечку. Один черт все равно сгниет, пропадет. Ну что, поедем земснаряд посмотрим. Тут работяги, но как-то не хочется туда суваться. Чтобы не объяснять, почему ты такой дурак заехал на территорию. Как-нибудь в выходные дни приедем, посмотрим. Сегодня рабочий день, это у меня выходной.
здесь, видимо, гоняет на кроссовых мотоциклах. Да, все перекопано колесами мотоцикла. Ох, они тут позастревали-то. Как бы мне тоже не сесть. Так, задний ход. Одно колесо подвисло. Полный привод не помешал бы, да. Что, будем выбираться отсюда. Здесь я не поднимался, потому что наклон большой в одну сторону. Не хочется завалиться. Что у нас тут? Тут у нас поле. Башенка, вышка, в смысле. Надо сюда притащить детскую игрушку и утопить. Вот люди. Интересно, куда тут на машине можно ездить? Там дальше, в принципе, болото. Я сюда за грибами, за подберезовиками хожу.
Ладно, в грязь не поедем. Посмотрим, что у нас в канаве делается. Бобры тут живут или нет? Походу живут. Вон погрызы. Выходят пожевать через свеженького. Они к себе тут в хатку. Потом утягивают на дно. Вот. Там за леском метрах 700 за болото. Вот туда я и хожу за подберезовиками, за маховиками, маслятами. Там дальше тоже, в принципе, дорога кончается. И все. Куда эти едут, непонятно. Тракторные следы тоже. Ну и машины тоже ехали. Судя по колесам. Грузовичок шел. Не легковушка. Ну либо джип. Хотя там есть кормушка. Вот метров 200 вперед и потом направо. Тоже еще метров 200. Но она такая заброшенная, ни разу не видел, что там прикармливали. Просто бочка стоит старая, 200-литровая, бывшая привада. А вот в том направлении, вот в лесу, да, ну отсюда так километра, наверное, 3 почти, если по прямой. Там есть, да, действующая привада. Ну, чтобы не возвращаться. Что у нас тут с нашим квадроциклом? Немножко забрызгался. Но мыть его не буду. У меня на улице воды, вода, в принципе, есть. Но я ее отключил. Чтобы шланги не лопнули от мороза. Ну, не так страшно. В принципе, на меня практически ничего не летело. Нормально, арки помогают. Вот, разве что пониже вот это запустить крыло, и тогда при движении задним ходом не будет сюда выкидывать. А так, если вперед ехать, то все хорошо. Тут тоже, в принципе, ниже, если опустить, не будет вот сюда выкидывать. Ну, на куфер, конечно, летит, да, потому что здесь надо удлинять. Здесь все то же самое. Но это колесо, видимо, по грязи не ехало особо, поэтому не летело ничего. Все, будем двигаться в обратный путь.